На базе общеобразовательной школы села Костахи-Тагурова Карачаевского района прошла квест-игра по правилам безопасности дорожного движения. Образовательно-познавательный проект с говорящим названием «Безопасное детство» реализуется во взаимодействии ОГИБДД, Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевки, Управления образования районной администрации и движения «Родительский патруль». Ахмат Халкищев подробнее. Оспаривать звание лучших знатоков правил безопасности дорожного движения вышли 5 команд. Это представители общеобразовательных школ села Костахи-Тагурова, поселка Новый Карачай, а также Верхней Тиберды, Хумары и Нижней Тиберды. Команда сформирована из числа отдыхающих пришкольных лагерей. Для победы необходимо за наиболее короткое время пройти 7 станций, объединенных общей тематикой. На каждой станции задания, решить которые можно только за счет хороших знаний ПДД. Для кого устанавливается? Для пешеходов. Молодец. Дети продемонстрировали хорошие знания дорожных знаков, отгадывали загадки, собирали пазлы. Ну а самое увлекательное для всех оказалась станция «Крокодил». Здесь капитанам команд нужно было без единого слова исключительно жестами довести остальным участникам заданный вопрос. Мероприятие прошло эмоционально насыщенное. Дети получили кучу позитивных эмоций, в том числе и профилактическую пользу. Сотрудники госавтоинспекции проводят такие мероприятия на регулярной основе. Все команды показали хорошие знания, ну а призовые места распределились в зависимости от того, за какое время удалось пройти задание и финишировать. После подведения итогов призовые места распределились следующим образом. Первое место заняли школьники из поселка Новый Карачай, на втором ребята из аула Хумара, а замыкает тройку лидеров команда села Костахи-Тагурова. Было очень интересно, сложностей особо никаких не было, так как мы все это знаем, мы все проходили, нервничали очень, но все-таки знали, что мы победим. Без подарков и грамот ни одна команда не ушла. За активное участие и хорошие знания отметили всех участников. Ахмат Халкищев, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.